Всем привет! Вы на канале компании Воля. Сегодня мы с вами поговорим о том, какая опасность грозит вашим теплицам в зимнее время. Первое, на что вы должны обратить внимание, это снеговая нагрузка в вашей теплице. Если у вас теплица с невысокой снеговой нагрузкой, то вы должны обязательно счищать с нее снег после обильного снегопада, либо укреплять теплицу на время зимы. Но даже если у вас теплица усилена, как наша дачная стрелка, имеет стрельчатую форму, и снег с нее скатывается, теплица имеет высокую снеговую нагрузку, она выдерживает любой снегопад на крыше, но когда снега очень много во время зимы, то есть он скатывается с крыши теплицы и, посмотрите, остается возле боковых стенок теплицы. Если происходит перепад температуры и погодных условий, как в этом году у нас Московская область, недели две шел снегопад, после этого ледяной дождь, оттепель. В таких условиях снег становится плотным, тяжелым, превращается в ледяные глыбы порой. Поэтому, скатываясь с теплицы, он создает нагрузку на боковые части теплицы и давит на поликарбонат. Если у вас есть возможность во время зимы приехать на дачный участок и очистить периметр теплицы, будет замечательно, вы обезопасите свои теплицы с боковой части от нагрузки на поликарбонат.